Всем привет, пришла посылочка с микрофоном, да, вот такой камеры профессиональной, Panasonic, микрофон, будьте осторожны, хрупкая, давайте проверим, все ли там у нас целое пришло. Все это так заклеено скотчем. Здесь у нас логотип Panasonic. Видим, марка написана микрофона. Ну, все такое. Давайте откроем коробочку, посмотрим, что там у нас внутри. Все ли целое? Так, видим у нас. Здесь такие два отсека. Здесь у нас амбушюр. И сам микрофон. Так, еще у нас там в коробочке что-то там такое еще интересное. Не вытаскивается. Это с другой стороны. Вот такой микрофон я видел в магазине. В ДНС продается. За 70 что-то с чем-то там тысяч рублей. Здесь у нас вот такой комплектик. Идет крепление в горячий башмак. Так, и шнур у нас тут, видим шнур. Шнур у нас не XLR, а мне надо XLR. Соответственно, это не тот товар, который я хотел. Печально, печально. Будем пробовать. У меня есть там переходник. Через переходник все будет работать. Нарисован был XLR. Значит, сам микрофон. Вот он у нас Panasonic. Сделан из металла. Из металла. Вот так вот он выглядит. Но не XLR. Я хотел с XLR разъемом. Ну что, у меня есть там переходник. Я покупал. Ссылочку здесь оставлю. Значит, будем так его использовать. Значит, он у нас должен с питанием быть. 42 вольта. Вот такой вот камеры. Внешне выглядит все надежно. Все надежно, все четко выглядит он. Так, кыш-муха. Вот такой вот амбушюр. И у нас уже здесь вот идет крепление. Это у нас крепление под на камере там крепление у нас. На рукоятку. Сюда вот она у нас, по-моему, без этой резинки. Без резинки сюда она втыкается. Вот это крепление. С какой стороны непонятно. Вот так вот, наверное. Вот так вот. Это все будет у нас выглядеть. Либо сюда вот надо держатель, крепление. Здесь у нас колечко. Посмотрим качество звучания уже. Протестируем его в дальнейшем. В общем, посмотрим. Такой вот микрофончик. Ссылка будет в описании под видео на данный микрофон, на подобный, либо на такой же.